Так, все, теперь я вот здесь. Может, здесь еще соточку положить одну, чтобы удобнее было? Положи вот эту вот тропину. Положи. Ну давай. Она 50-ка-то ширина, а здесь сколько нужно? Это тоже 15-ка ширина. Возьми это положи. Еще позже взять. А? Еще позже. Нет, больше нельзя. Знаешь что, не носи сейчас сюда. Я оттуда буду брать. Да, еще одну. Тяжелая. Одну или две. А, вот как еще одну. Все. Эхи!
раз на раз не приходится. Вот это лучше бы туда пошла. Назад. Пол миллиметрики сейчас сниму. Это хорошо. Супер. Брук. Нет. А? Нет, назад. Еще одну. Thank you.
А? Назад. В этот раз сделали какие-то большие шипы. Они выходят здесь плотно. Все. Нет, просто выбивать тяжелее. Больше.
можно? Работник, ты не отдал? Я его положил, бросил тебе. Не-не-не, ты, наверное, удел, но потом ты не удел. Ушел? Нет, не ушел. Да он не был. Давай, давай, ты его подписываешь. Как упала и не на камеру, рядом все совсем. Thank you.
градус идет отлично, но углубить. Давай. Вот глубокие получаются эти шипы. Хорошо. Ну только он что-то не всем основанием стоит. Так, давай назад еще. Что, бьем? Давай пробуем.
отошло на 2 миллиметра от края. Глубь. 2 миллиметра ерунда. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Хороший наблюдательный пункт, да? Я все вижу. Нормально. А ты сделай будочку как вот там. Класс. Даже лучше не было.
Вчера вроде сигнализация у вас срабатывала здесь. Где-то в обед вот так я слышу, что дождь шел целый день. Вот. Я слышу, что-то пиликает. Я посмотрел, вроде у вас пиликал, но никто не был, никого не понимает. Никто не приезжал. Может, тоже соседи? Не, где-то здесь, вот в вашей стороне точно. Парочку поставим и за доски ходим. За доски пойдем. Еще парочку буду поставим.
подымем. Не знаю, как разместим здесь. Можно туда подсунуть. Да можно то все, конечно, но я говорю, неудобно здесь. Опа. Назад. Опа. Назад. Назад.
Проба. Класс. Нет, ты угол измени. Измени, вот так сделай. Вот смотри, вот так будет. Больше увеличь. Раз, да. Давай доску тогда. Что ты хочешь? Поставь сюда. А зачем? Слазь, что ли? А, слазь? Да, можно. Сука. Подожди, подожди, я тебе помогу. Не, просто не пхерся сейчас. А? Знаешь как, смотри. Не-не-не, стой, вот боку. Потом не встанет. Чуть-чуть выше. Выше, стой, стой. Еще. Надо ниже. А ниже, ниже градус сделаешь, она хуже будет. Да не, нормально, так чуть-чуть.
Ничего. Лучше металлическую там вот это есть. Не, не, так не надо, не забивай, не забивай, не забивай, это свалится. Свалится? Ну, поднимай. А что нам лазить-то сюда постоянно? Где? Слазить-то не надо мне. Ну там сверху пусть лез. Ну ладно, кухня, ты мне подашь нельзя пока. Все, а я там. Я могу здесь лезть, ну, вот нет, так. Ну, пойдем, ладно, бить дальше. У нас работа много, пойдем. Поехали. Миллиметрик. Они сами-то с Максатики, да? Ну да. Максатика далеко? Да, это очень далеко. Пробуй. Давай. Великолепно. У меня, кстати, гвозди на 200 заканчиваются. Следующее. Следующее ставим, а потом я камеру передвину.
Сейчас здесь кончик сбит. Сейчас. Сейчас, подожди. Что? Здесь эта хуйня мешает. Убирай. Сколько уже? Часов 5? Сколько? 4. Да ладно, что-то рано. Уже так темнеет, мне кажется. Проба. Что-то не очень. Тут здесь стало нормально. Назад. Уже, а ты говоришь 4. Посмотри, пожалуйста, точно. Надо уже ускориться. Да не ускорить, сколько сделать, сколько сделать. Да не, все надо сделать, что сколько. Надо... Пол шестого. Спасибо. Тогда хоть пол седьмого скажешь, не забудь. Да. Забуду. Смотри, далеко не уходи.
А то вдруг забудут. Все должны тебе говорить. А? Слышишь, они кричат, Иваныч, Иваныч, ко мне приходи. А я вроде пообещал, неудобно как-то. Пробойник, давай. А? Я гвоздь забью, потом тебя. Да не надо, я свои машины. Да и тебе плохое. Лёгкий. Пойдет. Да, хорошо, ровно. Отлично, смотри, блядь. Это крепче стоит, чем это. Что? Вот это лежит. Конечно, крепче. Оно же уже закреплено, закреплено с той стороны, по центру. Что там? Я столько саморезов закрутил, там не откручу. Давай. Пойдем. Все, выключаем видеосъемку. Яна.
на другой стороне крыши вот такую вот установку. Все аналогично, так же как и на той стороне. Добрый день. Со 60 не штукуешь, да, Паш? Нет, чуть позже сегодня. Чуть-чуть. Сегодня как-то прохладно, да, особенно. Солнышко выглянуло немножко. Значит, день будет хороший. А то холодина сегодня. Ветер сильный здесь наверху. Сейчас вот чуть-чуть прекратился. Как только... Прекратился, я сразу поставил камеру, чтобы что-то снять. Я боялся, она может упасть. Какой момент? Вот шуруповерт. Ну, у меня в данном случае интерскоп. Хороший очень шуруповерт, рекомендую вам. Но на нем есть один недостаток, вот, который очевидный просто недостаток. Это кабель. Кабель вот такой. Он у меня много раз ломался. Может быть, вы видели на видео. Вот он у меня был переломан здесь. Я брал, заматывал, потом брал обычный, что было под рукой, гвоздь или шуруповерт, накладывал на место излома. Прям сам кабель вот он разламывался. Он жесткий будто. И заматывал это изолентой. Вот. И в этой связи я что решил? Я решил поменять вот этот кабель. Вот сейчас стоит здесь кабель. Он больше длины, более 2 метров. Это очень удобно. Мягкий, вот сами смотрите. Видите, я его еще легко. Не такой, как. Ну и в общем-то здесь я дополнительно все. Чтобы ваш автомат всегда был у вас в общем рабочем состоянии. Дальше. А так очень рекомендую. Он мне меньше нравится, потому что он более громоздкий. Можно купить даже он немножко тяжелее. Точно не могу это сказать. То, что громоздкий, это очевидно. Thank you.
это раз. И второй момент. А у него преимущество какое есть? Все-таки тот шуруповерт, он более метрический. Посильнее, может быть, даже. Ну, хотя не уверен. Такой же минус, что кабель у него плохой. Мне тоже это не очень нравится. Вначале поставил доски от похожей. Остатки какие были там наши. Но они не гнилые, ничего. Хорошие. Как доска вообще? Получил я травму. Вот. На этом пальце и на этой руке. Где-то вот. В районе локтя. Затащил. На выборы не пойдете? Посмотрим. Выборы до скольки? До 8? Наверное, не знаю. Thank you.
Такое редко, но бывает. Ты не будешь крутить? Что? Крутить не будешь? Посмотри. Сверху ножовку спилю. А? Сверху ножовку спилю. Сейчас. Да? Здесь можно кривой, но... Ты думаешь, что циркулярка точнее, что ли? А? Циркулярка здесь точнее. Здесь доска двадцатка. Да нет, дело не в этом.
Дело в том, что еще будет густо виваться, и это источник не нужна. Потому что, видишь, а ты же говорил в начале это, надо приложить брус, отметить, а потом... Паш, я так хотел, но дело в том, что видишь, доски, многие доски сюда не касаются. А, да. Тогда лучше уже потом речку пустить. Да, коротковато. Некоторые очень длинные доски, а некоторые наоборот короткие. Да. А что, циркулярка не допиливает, что ли, да? Допиливает. Просто здесь мне надо табуретку нести, чтобы я не достаю циркуля. А. Давай это принесу. Принести? А? Принести табуретку. Табуретка где? Ну там лежит, вот который я сделал, новые табуретки. Какие? Вот самый верхний, 13, раз, два, три. Пили. Ровно просто, да? Нет, ну вот это пили. Она провалилась, когда ты лез? Конечно, могу все спилить, немножко это повисну здесь как.
Металл? Да нет, сейчас. Неудобно там, конечно. Неудобно, нормально. Я там гвоздь забивал вот тот, я же знаю, там очень неудобно. Я 3-4 доски смогу отпилить. Я лучше ножовкой отпилю. Давай я отпилю здесь с этой стороны ножом. А да? Да. Ты прибить хочешь? Или ты оттуда убери, или толкни, просто меня не толкнуть. А я потом поставлю. Да я все прикручу еще. Здесь вот палочку поставить и уголочек. Ставь, а я потом поставлю тебе сразу.
Да нет, еще покамешь, не надо. Вот сюда положи, покупай. Я сейчас там пробью, приключу, все здесь уже, я сделал. Ну все как. Что мне делать? Отдохнуть? Со той стороны надо обязательно. Ну, с той стороны перетаскивать энергию, что ли? Давай я наверх залезу, энергию возьму и брошу на тот козырек. Давай, да. А потом лестницу заберу у тебя. Ну чё? Да, подержи эту хуйню. Слезть? Смотри, подержи. Так, лучше заберу сейчас. Давай. Держишь? Держу. Сейчас подожди, развернусь. Давай. Никак не могу развернуться. Так, ничего. Жопу поставил, застреливаюсь. Давай. С этой стороны из розетки выпало. Да и нет. У меня целился, ты вылазишь. Надо было прижать. Какая у тебя переноска будет пока? А? Пока вот что у тебя будет. Ну забрать что-то? Сейчас, да. Я бросаю!
Все? Там все. Там вас вытянули. Вилку брошу я? Давай. Давай. Дай мне эту руку. Надо было бензопилой сейчас. Давай я попилю. Чем нам надо? Я совсем не хочу снимать. Я не на киностудии. Тебя не хочет снимать. Вот не надо. Как холодно, как... Ну, если бы вы танцевали, я бы снимал, как танцевали вы. Вы же колотите все. Приходится снимать.
Павлик сделал два стула шикарные просто. Вот сам. А ты взял реальный такой. Да он уже сказал, что плохо сделал. Ты что? Надо было нарезать резьбу, закрутить гайку. Я говорю, заварить надо и все. Точилом подточил. Ну, точилом не надо.